Единый информационно-расчетный центр предлагает удобную возможность оплаты счетов. В клиентских офисах Мособл ЕРЦ теперь можно оплатить квитанции банковской картой через посттерминал на приеме у менеджера. Банковская комиссия ниже, чем при оплате через другие каналы. Оплата на приеме у менеджера доступна в Люберцах, в офисе на Октябрьском проспекте 211 и в поселке Томилино на улице Гоголя 19. Узнать про другие способы оплаты коммунальных счетов можно на портале «Твой домовой».